You can call me stupid. Yes, you can call me cheap. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble, D. Cause I won't break my honor, I won't wait. You're in trouble, D. Hey! Всем привет! И сегодня я наконец-то снимаю долгожданное видео. Именно вы меня мотивировали в Инстаграме снять его. Поехали! Мы начинаем наш макияж с трупно-розового оттенка, который я наношу чуть выше складки века, чтобы создать такую дымку и плавный переход от нашего дальнейшего макияжа. Берем мой любимый серый. Это будет мой новый любимый серый от Lord & Barry. Вообще, это тени для бровей. Но я их использую для всего, и вы сегодня это увидите. Добавляем их тоже в складку века и слегка тушевываем к виску и также наносим на нижнее веко таким широким шагом, чтобы создать интенсивную дымку. Берем палетку для идеальных смоки, Naked Smoky, и берем оттуда матовый серый цвет. И уже им конкретно прорисовываем складку века и тень на нижнем веке. Я, конечно, все делаю в последний момент, и если вы видите это видео, то я сейчас где-то веду мастер-класс. Карандашом Beauty Drax я прорисовываю поясничную линию, и прорисовываю я ее на неделю вперед, потому что она не отмывается. Жидкой помадой Liquid Sweat я прокрашиваю подвижное веко и таким образом создаю подложку под наши смоки. Прекрасно тушуется эта помада, но учтите, что оставляет стейн на коже. Дальше берем снова карандаш Beauty Drax и прокрашиваем слизистую, как верхнюю, так и нижнюю, и тем самым задаем интенсивность макияжа. Поверьте, когда-то это был прессованный пигмент, теперь он снова рассыпчатый. Так вот, это самый интенсивный черный, существующий на свете, и я просто обожаю им делать смоки. Но я вас предупреждаю, на нем написано, что это не для глаз, потому что во время процесса весь этот пигмент был у меня в глазу. Серым матовым оттенком мы рисуем брови, и более темным графитовым оттенком мы прокрашиваем кончик брови. И под бровь мы наносим матовый светлый оттенок. И я сразу наношу под глаза стик от Kiehl's, охлаждающий. Он, конечно, потрясающий, но время 5 утра. В общем-то, можно уже и так, но мы продолжаем. Теперь мы еще раз оттушевываем черный оттенок с помощью серого матового оттенка от Lord & Barry, создавая такую мягкую дымку. Очень красивый эффект, очень красивый сам цвет, очень чистый, очень аккуратный, и теперь тональная основа, конечно. Мы используем тональную основу Total Control от NYX, и вуаля, трюк! Мы используем пигмент серебряного цвета, чтобы погасить, во-первых, желтый оттенок, во-вторых, создать супер сияющую кожу, а во-вторых, ваша тональная основа будет отливать серебряным цветом, и это очень круто. Учтите, что тональная основа очень пигментированная, и, в общем-то, можно использовать меньшее количество капель, но я об этом узнал уже в процессе нанесения. И, конечно, припудриваем зону под глазами, Т-зону, да и вообще все лицо новой компактной пудрой, которая называется No Filter. И это HD-пудра, потрясающий эффект дает на лице. Мало того, что она блюрит ваше лицо, так еще и подсвечивает его. Возвращаемся снова к матовому серому оттенку от Lord & Barry. Теперь я беру широкую кисть для боди-арта и контурирую с помощью этого оттенка лицо. Да, кто-то слишком много жрет. Поэтому мы рисуем скулы, подбородок, слегка контурируем лоб и нос. Обожаю этот оттенок, просто невероятно удачный и очень красиво сочетается с любым оттенком кожи. Он очень чистый. И возвращаемся снова к палетке Naked Smoky. Матовым серым оттенком мы рисуем
такие тени от наших будущих слез. Снималось очень долго, поэтому моя камера сошла с ума, и я не показал, как я рисовал эти слезы. Во внутренний уголок, на нижнее веко и по слезам я использую глиттер от Urban Decay, он просто потрясающе сияющий. И, конечно, тушь, крыло ангела, ну и самый важный момент, это рука. Для нее я использую жидкие помады Liquid Sweat в оттенке Allen & Stone Fox. Это очень контрастные черные и серые оттенки. Они позволяют нам создать рельеф и тени этого рисунка. Но очень важный момент. Я использую оттенок линжери в натуральном сером. Это позволяет создать максимальный эффект реалистичности этого черепа. Я не буду учить вас рисовать, потому что это невозможно. Я и сам хреново рисую. И это были худшие 3 часа в моей жизни, потому что именно столько снималось это видео. Также я использую новые кремовые продукты от NYX. Это такая гримерская штука, которая очень классно растушевывается, но черный не контрастный. Ну и, конечно, самый лучший лайнер на свете – Epic Ink. Это просто охуенный лайнер. У него тонкая кисточка на конце, и туда прекрасно подтекает средство. Никакое арт-деко просто рядом не валялось. Я прорисовываю им зубы, трещинки, швы на черепе. Это потрясающая вещь. Закрепляю получившийся результат SFX Set Powder. Это пудра для закрепления кремовых текстур, именно гримерских. И для того, чтобы сделать более контрастные участки, более насыщенного черного, мы возвращаемся к теперь уже рассыпчатому пигменту от NYX. Сначала он был прессованный, но он супер насыщенно черный. Я добавляю им отдельные детали, глаз, нос, и оттушевываю тень по руке. Великолепная вещь. Возвращаемся к губам. Это последние штрихи. Мак в оттенке Subculture в уголках губ. Натуральный, естественный оттенок. Похож на мой натуральный. И мягкой пушистой кистью я наношу оттенок теней, который мы использовали изначально для того, чтобы создать складку века. Так вот, это такой трупный, натурально трупный, но очень красивый эффект, получается гранжевый. Ну и, конечно, секрет моих черных волос. Это спрей от L'Oreal Magic Retouch. Ну и вот что у нас получилось. Я надеюсь, что вам понравился мой образ. Подписывайтесь на мой канал, делитесь вашим мнением в комментариях. И также заходите в мой Instagram, чтобы увидеть больше фотографий. С вами был я, Марк. Меняйте себя, и мир вокруг вас изменится. Пока-пока! Также не забывайте смотреть мои предыдущие видео.